Привет, привет! Вы на канале На Семи Струнах Орфея. Подписывайтесь, кто еще не подписан. И это Таро совет для вас на май месяц. Что нам посоветует карта? Карта книга. Вы будете заниматься обучением, изучением чего-то нового. Так, что еще? Карта мыши. Какие-то крыски будут ходить рядом и, возможно, вам завидовать. Так. А может быть, у вас будет так затрата в этом месяце. Так, карта развилка говорит о том, что у вас будет несколько дорог. Так, с чем они будут связаны, какие дороги? Дороги к вашим родственникам. Сейчас у нас праздники начинаются, так что заезжайте к родным почаще. Так, карта космические циклы. Посоветуют нам они на май месяц. Так. Это у нас карта. Так, девятка мечей. Какая-то усталость, захочется закрыться от всех, отдохнуть. Что еще? Это будет правильное решение по справедливости. Если вам нужно будет, может быть, уйти в отпуск, уйдите, отдохните. Так, или просто пару дней побудьте в тишине наедине. Так, и семерка мечей перевернулась. Ну, так, чтобы прям куда-то убежать, закрыться от всех, нет, такого не будет, не захочется вам так. И здесь у нас на дне колоды семерка пентаклей говорит о том, что у вас будут хорошие шансы на заработок. Так что дерзайте, только вперед. И также совет от священных создателей карты. Что нам посоветуют священные создатели на май месяц? Ваше прошлое поддерживает ваше будущее. Ну, то есть помните о вашем прошлом, не забывайте его, но также не несите его прям вперед, не вспоминайте часто, просто без прошлого нет будущего. До новых встреч, друзья. Пока-пока.